Всем привет, с вами Крипто Даша, и сегодня у меня будет новый обзор, в котором я хочу познакомить вас еще с одним очень интересным проектом. Проект называется Vita Inu. Но прежде чем приступить к обзору, я напоминаю, что в своих видео я никогда никого не призываю инвестировать. Я только знакомлю вас с проектом, поэтому куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, давайте перейдем на их сайт. Vita Inu – первая в мире монета со сверхскоростной собакой, с нулевой комиссией и смарт-контрактами. Vita Inu Coin – это токен в блокчейне VIT. Он был создан в 2021 году Элемонтом, одним из сооснователей сообщества Vino. VIT использует структуру реестра с направленным, ориентированным ациклическим графом и представляет собой сеть с низким значением задержки и высокой масштабируемостью. Также она является первой общедоступной сетью, которая адаптировала смарт-контракты на основе консенсусного реестра. Транзакции в сети VIT обрабатываются быстро и без комиссий. Более глобальная цель, которая стоит перед сетью VIT, это децентрализованно соединить разные блокчейны. Конечно же, проект имеет свой токен, и купить их токен можно просто подключив свой кошелек MetaMask. Токен торгуется на PancakeSwap, MEX, BitTrue, BitMart, DigiFinex, Hotbit и Vitex. Также еще Vinu входит в метавселенную. И в настоящее время их команда работает над полноценным миром внутри VR-чат, включая полностью настраиваемые скины, мини-игры, интеграцию платежей для выполнения задач и также настраиваемые NFT. Далее посмотрим по сайту. У проекта, как мы видим, уже очень много партнеров на данный момент, которые поддерживают их, и все они очень нам известны. Также есть у них собственный магазин товаров, где можно приобрести разные вещи с их брендом. Что же касается токеномики, то общее количество токенов Vinu составляет 1 квадриллион. Это количество не будет превышено никогда. Это значит, что по поводу инфляции токена Vinu беспокоиться не стоит. И распределение токенов идет следующим образом. На публичное выделено 25%, то есть 25% совокупного предложения будет распространено среди пользователей в свободном формате. Далее 25% выделено на команду. Здесь 25% общего количества токенов будет зарезервировано в качестве оплаты взносов членов команды проекта. И распределение DAO здесь идет 50%. 20% совокупного предложения, зарезервированного для DAO, предназначено для ежемесячного вывода из обращения. Это помогает поддерживать рыночную стоимость токена Vinu на стабильном уровне. Кстати, еще один очень интересный момент, что на данный момент можно получить токены бесплатно, а именно награды токена Vinu разыгрываются каждый день для тех, кто участвует в сообществе. Вы можете создавать посты, мемы, участвовать в конкурсах, помогать нуждающимся товарищам или даже давать чаевые другим людям своими токенами, и на вас может пролиться дождь из токенов Vinu. Здесь подарки и события. Можно участвовать в их розыгрышах в Discord, проверив их канал Giveaways. Также есть еженедельные конкурсы в Twitter и Reddit. Также токен Vinu можно получить бесплатно на их веб-сайте. Еще имеются награды избирателям, то есть токен Vinu распространяется среди всех, кто голосует за SBP узла сообщества Vinu. И, наконец, стейкинг. Токен Vinu может быть как вознаграждением за стейкинг, так и токеном, который вы можете поставить, чтобы получить другое вознаграждение. Далее на сайте видим, есть дорожная карта проекта. Здесь указаны все планы по развитию. И также представлена вся команда проекта. Ну и, конечно же, не забываем про социальные сети, так как проект имеет сообщество Twitter, Telegram, Facebook, Discord, Instagram, Medium и Reddit.
Присоединившись, вы всегда будете в курсе всех важных новостей, сможете следить за обновлениями, также не упускать из виду розыгрыши, раздачи, конкурсы, сможете участвовать, получать и выигрывать токены. Поэтому, присоединившись, вы ничего не теряете, а только приобретаете. Поэтому, кого заинтересовал проект, всю подробную информацию ищите в описании под видео. А на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на мой канал и увидимся уже в следующем видео. Всем пока!